1895 год. Немецкий физик Рентген открыл невидимые лучи. Рентгеновская трубка. Источником электронов в вакуумной рентгеновской трубке является вольфрамовая нить. Она накаливается электрическим током и является катодом трубки. Анодом служит массивный металлический стержень. На электроды подается напряжение в несколько десятков тысяч вольт. Под действием очень сильного электрического поля электроны летят к аноду и ударяются о него. При резком торможении электронов часть их кинетической энергии переходит в энергию рентгеновского излучения. Анод под ударами электронов нагревается. Длительное действие рентгеновых лучей опасно для человеческого организма, поэтому трубку помещают в защитный корпус. В практике применяются трубки разных мощностей и различных конструкций. В этой трубке анод охлаждается водой. Излучение выходит через специальные окна. Опыты с рентгеновыми лучами будем производить на установке, состоящей из трубки, источников питания и пульта управления. Рентгеновые лучи обнаруживаются на экране, покрытом люминофором. Рентгеновые лучи проходят через многие вещества, непрозрачные для видимого света. Лучи прошли через деревянный ящик и сделали видимым его содержимое. Рентгеновые лучи не одинаково проникают через различные вещества. Посмотрим, как проходят рентгеновые лучи через алюминий, железо и свинец, имеющие разный атомный вес. Вещества с большим атомным весом сильнее поглощают рентгеновые лучи. Поэтому обычно свинец и применяется для защиты от этих лучей. Проницаемость вещества зависит также и от толщины слоя. При увеличении напряжения на трубке энергия электронов возрастает, а излучение становится более проникающим. Лучи малой проникающей способности называются мягкими. Большей – жесткими. Зарядим электроскоп.
Рентгеновые лучи ионизируют воздух, и электроскоп разряжается. Волновая природа рентгеновых лучей была доказана опытом по их дифракции. Узкий пучок лучей проходит через отверстие в свинцовом экране и попадает на кассету с фотопленкой. А теперь поставим на пути лучей кристалл каменной соли. Так как расстояние между ионами в кристалле соизмеримо с длиной волны рентгеновых лучей, кристалл для них является пространственной решеткой. На пленке получилась дифракционная картина. Вокруг центрального пятна видны дифракционные максимумы. Пропуская рентгеновые лучи через различные кристаллы, по рентгенограммам можно судить о строении пространственных кристаллических решеток. Зная расстояние между ионами кристалла, по дифракционной картине можно определить длину волн рентгеновых лучей. Они лежат в интервале от 10 до 1 тысячной миллимикрона. Рентгеновские установки применяются в медицине. Больной во время просвечивания подвергается кратковременному облучению, а врач от него защищен. Для защиты применяется экран из свинцового стекла, специальный фартук и перчатки из просвинцованной резины. Рентгеновые лучи по-разному проникают через мягкие ткани и через кости человека. Можно вместо экрана поставить кассету с фотопленкой и получить рентгеновский снимок, рентгенограмму. С помощью рентгеновых лучей производится также лечение различных опухолей, в том числе и злокачественных. Все более широкое применение находят рентгеновские установки в промышленности. Рентгеновские дефектоскопы помогают обнаружить различные дефекты в металлических деталях. Дефекты в металле, трещины, раковины зафиксировались на снимке. Рентгеновые лучи стали надежным помощником врачей, инженеров, ученых.